Федор Емельяненко решил проверить своего ученика и поставил его против огромного громилы. Бой начался неожиданно. В знак уважения Кирилл протянул руку, но в ответ он получил жесткий боковой удар. Кириллу очень повезло, что удар прошел вскользь. Бычара накинулся на него с невероятной скоростью и жестокостью, отгружая тяжелые удары. Кирилл был очень шокирован таким началом боя, но потихонечку он стал читать соперника, разбивая его на встречных курсах и на контратаках. Техника у поляка была слабовата, постоянные одиночные оверхенды, которые дали понять Кириллу, кого против него поставили. Единственное, чего я ждал в этом поединке, так это справедливой концовки, потому что за такие понты и неуважение нужно отвечать. И тут Кирилл заряжает катапульту, которую соперник хотел реализовать на протяжении всего поединка. Как говорится, противника его же оружие. Срубает 130-килограммового бычару. Довольный тренер и удивительное лицо Пантереза. Справедливость восторжествовала.